Еще одна новинка в семействе MPC – это новый MPC. Контроллер, по большому счету, остался ровно тоже с, точно таким же по функционалу. Единственное, что поменяли Q-Link, их стали делать более высокими. То есть вам удобно нормально крутить теперь, а не приходить, как раньше приходилось вдавливать, Q-Link проскакивали. И главный джок сделали тоже достаточно сильно выпирающим из корпуса. Ну и самое-самое главное – это цвет. Теперь это не алюминий покрашен в черный, красивый такой элегантный цвет. Сзади пластик тоже стал матовым, и я думаю, он будет царапаться гораздо меньше. По функционалу это ровно все то же самое. Контроллер работает по-прежнему с программой MPC, которая вы устанавливаете на Mac или на свой компьютер Windows, с Windows. И также может работать в стендалон режиме. Очень скоро эти контроллеры появятся в нашем магазине.